красота. Отлично, Алексей. Утренняя прогулочка, путешествие. Авиатуризм. Самое то. Нас никто не встречает, аплодисменты. Раз на обратно пути я понял, я хочу в туалет. Туалет? Да. Я тебе предупреждал, не думаю, что туалет. Я, понимаешь, я с утра даже чай не пью специально. А, отлично, отлично слетали, долетели до горы Сахарный, потом еще один хребетик, потом и вернулись назад, соответственно. Это было супер. Так он, блин, уши глохнут у меня. Аж звенят. Наушники все. Все. Зарекаюсь летать без наушников. И то потом в старости скажется. Буду айс! А потом в старости можно без наушников летать будет. Да-да-да, кстати. Так, максимальная высота у нас была 2 километра 95 метров. Максимальная скорость 38 км в час. Параплана 38 км в час его скорость была все время. Так. Плюс-минус. Тихоход! И 52 минуты мы с тобой летали. Нормально. Так, что делать? Аппарат оставляем. Сейчас, потому что покатушка же еще будет. Сейчас вот эту камеру надо его будет сейчас на зарядку поставить. Это он